Строительство ирригационных сетей, реконструкция дорог, водопровода, сельских больниц. Такие вопросы волнуют жителей из Кильдинского района Алматинской области. Акиму района на первой отчетной встрече в селе Джетысу пришлось не только отчитываться о проделанной за год работе, но и внести в план социально-экономического развития региона корректировки с учетом пожеланий селян. Искельдинский район – один из тех регионов области, где в последние год-два самой перспективной культурой для земледельцев стала сахарная свекла. Посевы сладкого корня в этом году составили 1500 гектаров. На завод было сдано около 8000 тонн. Средний урожай с полей крестьянского хозяйства Исимжанова Мухита нынче составил почти 600 центнеров с гектара. Таких рекордов удалось достигнуть благодаря значительной помощи со стороны государства. Мы получили 1500 за каждую сданную тонну свеклы. И по гектарная, то есть 30 тысяч на каждый гектар, плюс удобрение, это 50%, то есть субсидирование на каждый, плюс кредиты, которые мы получаем. В помощь крестьянам организовано 4 сервисно-заготовительных пункта, где есть 60 единиц специализированной техники. Нынешней весной под сахарную свеклу планируют отвести 2000 гектаров пашни. Хорошими темпами в регионе развивается животноводство и бахчеводство. Работает 14 овощехранилищ. Открываются новые производства. Вместе с тем есть еще и нерешенные проблемы. Жители села Жетысу на встрече с акимом района обсудили вопрос дальнейшего благоустройства. На нескольких улицах необходимо провести освещение, нужна реконструкция дорожного покрытия, линии водоснабжения и капитализация. Капитальный ремонт сельской амбулатории. Мы уже составили проектно-сметную документацию по реконструкции амбулатории. Уже представили весь пакет документов в областное управление здравоохранения. По плану капитальный ремонт запланирован на 2018 год. Немало внимания уделяют в районе работе с молодежью, проводят форумы. Все больше молодых людей возвращается в сельскую глубинку. В прошлом году по программе с дипломом в село прибыло 9 новых специалистов. Врачи, учителя, инженеры. Проводим много разных массовых мероприятий. На днях, например, состоится спартакиада среди молодежи районов в поддержку 28-й зимней универсиады в Алматы. Есть чем удивить и гостей региона. За селом Жетысу лыжная база. Заснеженные склоны гор привлекают множество любителей сноуборда и скоростного спуска на лыжах. В выходные здесь буквально негде развернуться. Популярность такого зимнего отдыха дает стимул развивать в районе внутренний туризм. Гульнар Жантасова, Ожас Байбусынов, Хабар 24, Алматинская область.